Как добиться ощущения простора в вашей квартире, даже если она очень маленькая? Мой совет таков: не жмите мебель в углы. Дело в том, что когда мебель стоит в самом углу вашей комнаты, ну помните, раньше были такие советские стенки вдоль всей стенки, и в общем каждый живой уголок мы пытаемся забить чем-то полезным. Оно и логично. Но нелогично с точки зрения восприятия пространства. Тут правило такое: воздух должен ходить вокруг предметов мебели, и чем их меньше, тем лучше. Вы спросите, а где мне хранить вещи? Организовывайте места хранения, делайте много шкафов, желательно скрытых и невидимых. И в маленьких квартирах это сделать можно. Не знаете как? Обращайтесь к нам за консультацией, ссылочка будет в описании. Делайте правильные просторные пространства. Пальчик вверх, подписывайтесь на канал, ссылка в описании.